3-2 раз. Сейчас ставочка перед рыбалочкой. Будет розыгрыш. Хотим мы разыграть вот такую вещь, палочку Nautilus Pompilius Varvar 14 грамм. У нас был где-то обзорчик на нее. Ну, такой типа стрим написано. Но можно даже, соответственно, голавль, эти все воблера, довольно даже крупные кренки на ней таскать. И даже какие-то миноки там до 80-х. 3.14, что-то давай такое. Покажем вкратце там ручку, хотя бы, чтобы люди чтобы видели, люди знали, за что писать. Да, что мы там не какой-то заюзанный спиннинг разыгрываем, а просто... Он, может, рыбалок 5 на него было. А, тот, с которым мы уже имели дело, ознакомились. Дизайн прикольный у него, да. Цвет интересный такой. Конечный. Ручка это целая, комбинация. Ничего не замызгано, не засалено. Какие, да, условия должны соблюдаться для того, чтобы человек выиграл? Соответственно, спиннинг? Вот ссылочки. Подписываемся в группу ВКонтакте, в Инстаграмы подписываемся. Оставляем комментарий. Оставляем комментарий под этим видео с вашей ссылкой на контакт и со ссылкой на инстаграм страничку. Соответственно, розыгрыш когда? Давайте розыгрыш на какое-нибудь. На какое? На начало декабря какое-нибудь. Ну да, месяц как к раз. К Новому будет. Году вам как раз придет она. Ну давайте там в первую субботу декабря или в первое воскресенье, да, декабря, разыграем. В зависимости от рыбалки, мы там предупредим. Мы с генератором случайных чисел разыграем. Соответственно, сразу у кого комментария под этим видео не будет со ссылками на ваш контакт или на инстаграм, то как бы переигрывается это все. Повезет другому человеку. Так что можете писать и заиметь себе варвара. Повезет самому удачливому и тому, кто соблюдает все условия ниже перечисленные. Да, и еще, ну, наверное, тут это можно и не говорить, я уверен, что это не как ВКонтакте, но тот, кто там, знаете, страница будет вся усеяна в каких-то... Ну, понятно, фейковый, кто, да, чисто вот для это собирает, использует, да, ребят, сразу... Те мимо. Если мы там увидим, что да, там 2-3 каких-то поста висит с рыболовной тематики, да без проблем, можно как бы, но знаете, когда заходите на страницу, а там самовары еще какие-то, ну, утюги, спам, вообще спам все делает, подряд хотят люди, то вот, короче, вот разыгрываем. Так что... Выполняем в этом видео комментарий. Да, под этим видео. Все, оставляю комментарий. Я тоже оставлю, да, я шучу. Просто разыгрываем палку, которая лежит без надобности. Да.